Всем привет! Друзья, наступающий год – это год бычка, и в новогоднюю ночь обязательно его нужно чем-то порадовать. Поэтому я вам предлагаю приготовить красивый, свежий и очень вкусный салат, который называется «Стог сена». Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате, и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для начала приготовлю картофель пай. Для этого сырой картофель нужно натереть на терке для морковки по-корейски. Натертый картофель нужно хорошенько промыть под холодной проточной водой до того момента, пока вода станет прозрачной. Картофель я хорошенько промыла. Переложила его на дуршлаг, с него стекла полностью вся вода. И теперь дополнительно картофель нужно хорошенько обсушить с помощью бумажных полотенец. Подготовленный картофель буду обжаривать в большом количестве растительного масла небольшими порциями на среднем огне до золотистого цвета. Первая партия картофеля у меня готова. Картофель хорошенько подзолотился. Выкладываю его на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И точно таким же образом я обжарю весь остальной картофель. Картофель пай у меня готов, осталось его немножко посолить, и картофель пока отставляю. Нужно, чтобы он полностью остыл. А тем временем подготовлю все остальные ингредиенты. Для начала копченую курицу мелко нарезаю. Свежий огурец и вареные вкрутую яйца также мелко нарезаю. Все подготовленные ингредиенты, кроме картофеля, я переложила в миску. Сюда же добавляю консервированный горошек, мелко нарезанный зеленый лук, салат посолю, заправляю майонезом и все хорошо перемешиваю. Подготовленный салат выкладываю горкой на блюдо, формируя стог. И как вы, наверное, уже догадались, сено у нас будет – это картофель пай. Салатик по бокам украшаю кучерявой петрушкой и перьями зеленого лука. Салат «Стог сена» готов! Салатик получился красивым, праздничным, очень вкусным. Он понравится и вам, и вашим гостям, и обязательно бычку. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!